В Югре с коронавирусом борются еще и молитвами. Жители округа отслужили особый молебен в память о небесном покровителе региона, святителе Нектарии, архиепископе Сибирском и Тобольском. Напомню, своего небесного покровителя Ханты-Мансийская епархия обрела 8 лет назад. В окружную столицу из Тверской епархии доставили мощи святого. В этом году в условиях пандемии решили не собирать на торжества духовенства митрополии. Богослужения прошли с соблюдением всех мер безопасности. Мы с вами сейчас совершили молебен о здравии, чтобы Господь явил свою милость и пощадил бы, если и посетила эта болезнь, но она была бы преодолима с помощью Божьей и, конечно же, нашего святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского,